Берем. Ой, ой, хорошо. Единственное, хочу передать Донецкую Макеевке привет и своей семье, дочке, жене, которая ждет и любит меня. Я вернусь живой и невредимый. Я вам еще раз повторяю. Будем открывать, а вот на поражение. Вопросы. Ага. Смотрите, я подойду скоро. На БМП приеду, прямо на Киев. По разделу. Бойтесь. А всем остальным моим друзьям привет. Сначала просто поставьте, а потом будем останавливать. Все. Не пахнет веревку на шее. Это другая. Нет, не просто. 8.45 прицел пристаем. Первый. Назад давай. Давай. Во. Назад. Парк, не спеши. Чуть-чуть дальше. Даже можно назад. Ну, делай, она... делай. Тут ты же видишь бульбочку. Чуть-чуть. Все, все, хорош, он смотрит. Еще. Оп, все, все, все. А, у тебя мой телефон, да? Да. Мы работаем только с кулачным приводом. Так, может сразу кинуть? Руки деланы. Даже неинтересно. Интересно будет, когда ответка полетит где-то через полчаса будет. Танк. Круговский, скорее всего. Ага. Это за этим домом, да? Да. Это сейчас, получается, отрабатываем и уходим, да, уже? Да. Угу. Задерживаться смысла нет. Уже, блядь. Проехали они через площадь у них и доехали до нас. Угу. Не, я просто вам смотри хотел показать, чтобы вы оценили, насколько, как вот они говорят, что им так плохо в армии. Ага. И нет у них хуйни. Ох, ёпт. Квартира. Вот смотрите, здесь должен был висеть телевизор. А мы сейчас прокомментируем. Отопление, кондиционер. Вот так вот укропы жалуются на плохую жизнь. А я говорю, что им важный хуй. Андрей, вот тут телевизор у укропов должен быть. Снимай. Это вот так укропов жизнь, сука.
Автономное отопление, кондиционер на крыше стоит. Тут воздуховоды с кондиционера идут. Вот это такие вот сиденья. Сиденья супер просто. Спиночки, ручечки поднимаются, все как полагается. Ну, понятно. Раскидывается, все работает. Вот скажи, почему в такой машине не воевать, а? Потом. Вот номер работает. Что он новенький. Спасибо за подарок, укропы, блядь. Казалось. Что-то у нас. Вот скажи, почему так не воевать, а? Говорят, для них даже такие машины, блядь, о чем там говорить о снабжении и все остальное? Просто отсюда признавать, что проигрывают, блядь, таксистам, представителям, так колхозникам, нахуй. Вот они тут думают миф о россиянах, блядь, и о том, что они тут нахуй. Без матов не выразиться. Это наши клопки, что я еле веду, аккуратнее. Это что же, все машины, это все шукруповские. Это все укропы. Можно открыть на всех дверях бирочки, все одного года производства. Нет, не одного. Это старое. Укроповская. Со Степановки. Тоже прямиком с парада, да? Да. Вот она. Я хотел пацанам рассказать, как у тебя кепку сбил обратно. Было. Да, мы, блядь, согреться не с 20-ми, блядь. Спасибо за карту, жизнь даже. Упало. Айфон, стрелка, да? Форма. Куча станция, там примусы есть, эти, блядь, как макароны, крупы, вещи, там спальное белье, такое одежда, форма какая-то есть. Ну, так. Халата. Балаклава, не надо. Это, давай тебе пистолет засуну, чтобы я в карманы пистолет так взял. Это столовая. Наливайте нам на сегодня и на завтра, а то мороженое не привезут. Пацаны, выживают бойцы, питаются. Это я вставил. Это. Ты разбери с ними, блядь, чтобы на меня навели. Да, я сейчас позвоню, разбери. Так. Налки вам сахар. Это здесь я. Вот. Набирай, догонишь. Слушай, на сахар здесь. Печка. А там где?